Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Геракл. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Помпи. История любви раба Майла и благородной Кассии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица земли древнеримский город Помпей. Гнев титанов. Прошло 10 лет после героического поражения Персеем морского чудовища Кракена. Теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына. Тем временем бушует борьба за превосходство между богами и титанами. Опасно ослабленные нехваткой человеческой любви и преданности, боги теряют контроль над заключенными в тюрьму титанами и их свирепым лидером Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно Триумвират сверг своего сильного отца, отправив его гнить в мрачную пропасть Тартар, темницу, находящуюся в глубоких пределах подземного мира. Персей не может остаться в стороне, когда Аид вместе с сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса. Сила титанов становится еще больше, в то время как Зевс теряет свою мощь и власть, а по земле раскидывается ад подземного мира. Вместе с Андромедой, полубогом Агенором, сыном Посейдона и низвергнутым богом Гефестом, Персей отправляется в опасное и отважное путешествие в подземный мир, чтобы спасти Зевса, свергнуть титанов и сохранить людской род. Конан варвар. Природа наделила его силой, гибель отца сделала его свирепым. Великий кимерийский воин Конан отправился в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы Великой Хайбории. Кимерийский воин – последняя надежда на спасение. Война богов. Бессмертная. Одержимая жажда власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью эпирского лука, сделанными руками бога войны Ареса, он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение – герой Тесей, который вступает в неравную войну с титанами. Боги Олимпа во главе с самим Зевсом, пророчица Федра и хитрый раб Ставрос помогают герою в смертельной битве с демонами. Тесей должен победить, или боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель. Битва титанов 2010 года. Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается возглавить опасную миссию, чтобы одержать победу над Аидом, до того как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на землю. Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому Року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу. Тоя. 1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть. Тысячи умрут за славу, и за любовь нация сгорит дотла. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!